Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft. Так, у нас что? Падение Ландерона, компания Альянса. Наступление Плети. Ну, давайте. Загрузим, посмотрим. Посмотрите, пальцем тыкаю опять. Путь-то наш пролег-то как. Органу. Харглин, наконец-то. Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже, они готовятся к битве. Принц Артес, ночью неведомо откуда появилась огромная армия Исчадий Тьмы. Они уже напали на несколько деревень. А сейчас они направляются сюда! Проклятье! Джайн, я останусь здесь и буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда Утора и рассказать ему о случившемся. Но... Джайна, иди! Дорога каждая секунда! Ну, давай. Блин. Плохо. Хорошая волшебница. Постой. Что находится в этих ящиках? Очередной груз зерна из Эндорала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали крестьянам. Блин, самая противная миссия. На скорость надо. Значит, эта чума не убивает людей. Она превращает их в зомби. К оружию. Во имя правосудия. Что прикажешь? Есть! К оружию! Блин. Я служу свету. Не нужно кланяться. Так. Что у меня там? Лечебное кольцо защиты, зелье маны и... О, мантия ученого. Так. Отличный план. За честь и отвагу. Боевые когти возьмем. Так. Восстанавливать здоровье. Разумеется. Положим. За честь и отвагу. Ой, не то. Отличный план. За честь кольцо защиты или мантия ученого. Нет. Конечно. Так, лечебное зелье, все. Я служу свету. Такс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отличный план. Давай. Мне сейчас ой как понадобится все сети. Где враг? Ну-ка сюда сходим, давай посмотрим, что здесь у нас. Разумеется. Принц Артас, армия тьмы на подходе. Кстати, что у нас? Продержитесь 30 минут. Света. Мы не должны отступать. Блин, вот она такая подлая миссия. Да, господин. Опять работа. Так. Все, я готов. Ну, я пошел. Блин-блински. Да, миссия действительно подлая. Я готов. С этим не поспоришь. Опять работа. Исследование Хорошо. Завершено. Чего? Исследование завершено. Хорошо. Я готов. Ну, давайте эту подлую миссию по-быстрому так. Тоже. 30 минут, блин, держаться. Я готов. Служу свету. Во имя правосудия. Да, господин. Я готов. Да. Хорошо. Наш город осаждают враги. Свет дает мне силу. Давай. Готово. Так. В нападении-то тут вообще не надо участвовать. Только в обороне. Ну что ж, ладно. Готово.
Давайте. Хорошо. Миссия, сразу да. скажу, она такая муторная немного. Угу. Поэтому... Опять работа. Ну, я пошел. Мне, как сказать, продержите, сколько это там. Это вот... Постройка завершена. Раздражает очень сильно. Так. Чего? Хорошо. Исследование завершено. Опять работа. Где-то. Опять. Угу. Готово. Чего? Хорошо. Готово. Жду приказаний. Готово. Лишнего там ничего себе нет. Приначьте. Как скажете. Готово. Так точно. Да, господин. Готово. Ну, я пошел. Да. Готово. Жду приказаний. Угу. Чего? Исследование завершено. Исследование завершено. Не нужно кланяться. Нас напали. Отличный план. Тихо. Да, господин. Вот так, отведем тебя. Жду приказаний. Лес вот этот вырубать надо, видите? Готово. Постройка завершена. Хорошо. Ну подожди-то. Тоже давай принимай участие. Ну, я пошел. Постройка завершена. Что прикажете? Жду приказаний. Готово. Рота, подъем! Так. Да, господин. Не останавливаемся на достигнутом. Хорошо. Опять работа? Конечно. Готово. Постройка завершена. Ой, только дефить и остается. Готово. Исследование завершено. Постройка завершена. Свет дает мне силу. Так. Готово. На нас напали. Конечно. Да, господин. Так. Здесь нельзя строить. Хорошо. Готово. Ой, да я уверен, там справятся. Рабочих, да. правда, могли покромсать. Угу. Вот сюда. Чего? Давай, вот прямо вот здесь строй. Постройка завершена. Опять работа. Угу. Да, господин, так. готово. Хорошо. Опять работа. Конечно. Хорошо. Постройка завершена. Во имя правосудия. Давай посмотрим. Исследование завершено. Отличный план. Готово. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Готово. Разумеется. За честь и отвагу. Постройка завершена. Разумеется. Для начала обойдем, посмотрим. Готово. Конечно. Что тут нам? Отличный план. Грозит, сулит. Конечно. Готово. Так. Да. Опять работа. Конечно. Хорошо. Так. Да. Постройка завершена. Так, пока ты здесь. Откуда они приходят? Постройка завершена. Угу. Вот сюда. Свет дает мне силу. Разумеется. Наш город осаждают враги. Готово. Блин. Да, ваше сельство! Давай, вот. Туда. Сейчас все будет. Во имя правосудия. Постройка Чего? Завершена. Готово. Хорошо.
Принц Артас, замечен большой караван нежити с грузом зараженного зерна. Его нужно остановить, прежде чем он доберется до других деревень. Где враг? Конечно. Отличный план. Опять работа. Угу. Не нужно кланяться. Готово. За честь и отвагу. Вон, куда мы. Постройка завершена. Постройка завершена. Отличный план. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Отличный план. Наш город осаждают враги. Готово. За честь и отвагу. Чего? Блин. Ладно. Так, а почему у меня... На нас напали. Да. Так, у меня чего-то не хватает. Лаборатории. Постройка завершена. Вот это есть у меня? Ну, я пошел. Есть. На нас напали. Где враг? Конечно. За моего отца. Давай, давай, давай. Хреначься. Разумеется. За честь и отвагу. Опять работа. Угу. Так. Постройка чего? Завершена. Да. Теперь. Хорошо. Здесь. Да, господин. Угу. Опять работа. Да постоянно надо работать. Ну, почему вы думаете, что не надо работать? Чего? Хорошо. Да, ваш броди. На нас напали. Как скажете. Готово. Вот так. Я служу свету. Где враг? Отличный готово. План. Да, готово. Готово. Во имя правосудия. Готово. Опять работа. Конечно. Угу. Где враг? Конечно. Теперь-то мы в эту сторону пойдем. Постройка завершена. За честь и отвагу! Так. Да, господин. Блин, не то построил, что ли, или что? Постройка завершена. Готово. Ну, я пошел. На. Чего? Хорошо. Да, господин. Постройка завершена. Так. Хорошо. Да. Хорошо. Опять работа. Давай-ка ну, сюда пока пошел. Отойди. Принц Артас, караван выгрузил зерно во второй деревне. Что прикажете делать? Это дает мне готово. Силу. Пойдем, хреначите. Наш город осаждают враги. Готово. Блин, блинский. Готово. Так, давай пока вот так. Во имя правосудия. Быстрее, братья! Если мы потеряем груз, повелитель сдерет с нас шкуру. Давай. За честь и отвагу! Вот так. Жалкий глупец. Хреначьте их. Готово.
город осаждают. Вот так. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Добро дядька. Есть. Во имя права наш город построен. Давай. Завершено. Свет дает мне силу. Самоего отца. На. Быстрее расхреначим караван. Будем молиться свету, чтобы зараженное зерно больше не попало ни в одну деревню. Так. Да? Мне надо, знаешь что, мне надо вот эту кузницу. К бою готовы, нас напали. Наш город осаждают враги. Во имя правосудия. Свиток возвращения, медаль. Повышение силы и разума героя. Конечно. Угу. Отличный план. Давай. Где ты строишь-то, блин? Ой. Да, муторная миссия. Да. Опять работа. К бою готов? Угу. Да. Готово. На нас напали. К бою готов? Так. Давай. Да, вас вроде. Вот так. Под пушки тебя завели. Готово. Свет дает мне силу. К бою готов? Завершено. Вот так. Мне надо. Да, господин. Насобирать вас. Хорошо. Да, сэр. Иду. Опять работа. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я пошел. Да, господин. Исследование завершено. Хорошо. Опять работа. Ну, я пошел. Чего? Жду приказа. Постройка завершена. Хорошо. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Как скажете. Постройка завершена. Постройка так? Завершена. Исследование завершено. Давай. Готово. Да. Жду приказания. Готово. Не нужно кланяться. Где враг? Орудие к бою! Готово. Конечно. Сюда идем. На нас готово. Напали. За честь и отвагу. Жалкий глупец. Жду приказаний. Не нужно кланяться. За моего отца. Ну. Перебили. Войны нежити. Не обозначенные даже. Теперь я действительно жду приказать. Вот так. Постройка орудие завершена. К бою. Разумеется. Конечно. Так, это что? Воскрешение шести дружественных воинов. Отличный план. Постройка завершена. На. За честь и отвагу. Сразу тебя там. Отличный план. К оружию! Исследование завершено. Так. Мне надо немного. Оружие!
к бою! У вас? Так, ну а вы-то уже заказаны были. Постройка завершена. Да, господин. Хорошо. Прикажете открыть огонь? Я иду. Я тоже. Так, построение пока хорошее. Чего? Мне пока. Я несу исцеление. Опять работа. Все устраивает. Хорошо. Да, господин. Чего? Орудие к бою! Угу. Опять работа. Хорошо. Да, господин. Я несу исцеление. Во имя правосудия. Вот теперь это будет группа 2. Конечно. Пошли. Отличный план. Готово. Разумеется. Готово. Будет исполнено. Опа. Готово. Я несу исцеление. Ура! К оружию! Во имя правосудия. Давай. Постройка. Хренака их. Постройка завершена. Наш город осаждают враги. Где враг? На нас напали. На. Постройка завершена. Ну что, показывайте. Наш герой победил. Наш город осаждают враги. Давай, а мы сейчас воскресимся. Постройка завершена. Кто-нибудь ранен? Приступаю. На нас напали. Так. Что прикажешь? Жду приказаний. С какой стороны вот они нападут-то? На что жалуетесь? Повинуемся. Вот с этой стороны напали. Да? Ну, я пошел. Давай. Вам-то здесь не продержаться будет. Так. Кто-нибудь ранен? Ваша воля. Укажите цель. Жду. Чего? Приказаний. Ждешь? Хорошо. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну, я пошел. Посмотри, да, как господи. Здорово. Жду приказаний. Скоро будет. Опять работа. Готово. Постройка завершена. Хорошо. Жду приказания. Как скажете. Готово. Что у нас там? Стройся давай. Жду приказаний. Наш город осаждают враги. Пушки. Жду приказаний. Починят. Я служу свету. Постройка завершена.
Ротоподъем! Жду приказаний. Есть! Теперь будем формировать второй отряд. Давай, сколько сделаешь, столько сделаешь. Чего? А ты мне еще одну казарму построй. Жду приказаний. Постройка завершена. Вот здесь вот, как раз постройка и место. Постройка завершена. Орудие к бою! На нас напали. Ну, я не пошел. Нужно кланяться. На! Жалкий глупец. Теперь я действительно зол. Отличный план. За твою мать-то. Слишком много склетов. Свет дает мне силу. За моего отца! Конечно. Бою готов, бою готов. Орудие к бою! Давай. Чем могу помочь? Сюда иди. Где враг? Разумеется. Конечно. Кто-нибудь ранен? Я служу свету. Опа. Ладно. Здравия желаю. Ты можешь быстрее? Орудие иду. К бою! Так. Да, мой друг. Где враг? На что жалуетесь? К бою готов, к бою готов. Не нужно кланяться. Вы отряд номер два. За честь и отвагу. Победить-то мы навряд ли. Конечно. Здесь победим. Нам же главное простоять, вот 5 минут осталось. За честь и отвагу. В атаку! Давайте сначала этих отхренакаем. Неплохо. Я служу свету. Поздно просить пощады. Укажите цель. Лови ядро. Свет дает мне силу. Где враг? Во имя правос... Разумеется. Давай. За моего отца. На. Прикажете открыть огонь? Конечно, приказываю. Поздно просить пощады. А вот и сам этот пришел. Где враг? Так. Отличный план. Так. Все, да, ожидаем. Хорошо. Да. Угу. Давай. Опять где? Работа. Жду приказаний. Ну, чего? Я пошел. Хорошо. Да, господин. Пойдем, сейчас наступление будет. Угу. Я служу свету. Готово. Жду приказаний. Наш город осаждают. Готово. Враги. На нас напали. Да, ваше сиятельство. Готово. Свет дает мне силу. Готово. Так. Жду приказаний. Где враг? Жди. Конечно. Постройка завершена. Если что. Да. С фланга ему зайдем. Готово. Хорошо. Жду приказаний.
Я служу свету. За честь и отвагу! Ой-ой-ой-ой-ой. Отличный план. Конечно. Жду приказать. Ротоподъем! Готово. Так точно. Давай. Она тоже нефть. Постройка завершена. Ура! Наш город осаждают враги. Где враг? Давай. Постройка завершена. Отличный план. На нас напали. Куда стрелять? Хорошо. Не нужно кланяться. Укажите цель. Хорошо смеется тот, у кого на большая я служу свету. Разумеется. На. Наш герой погиб. Ну сколько-то урона ему нанес. Перед смертью. Наш город осаждают враги. Да, ваш вроде. На нас напали. Ну, не совсем. Наш город осаждают враги. Как ну приказать? Ротоподъем! Давай сюда. Минутку. Наш город осаждают враги. Блин, и этот еще приперся. Жду приказаний. Вот этих ждать 30 минут, это пипец. В любом Свет случае придется. Просто как ты ждать их будешь? С интересом или нет? За лорда Рон! За короля! Удар! Прибежали. Ты даже не представляешь, как вовремя наконец-то ты появился. Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен. Жду приказать. Ну? Я удивлен, что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Если бы я познал... Знаешь, Утер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время мечтать. Это только начало. Ряды нежити пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших воинов. Это да. Значит, мы должны ударить по их повелителю. Если понадобится, я сам отправлю в Стратхольм и убью Малгануса. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Утар. Я ухожу. С тобой или без тебя? Да. Продолжаем. Блин, у нас где-то еще такие миссии будут. Такие... Надо подождать, надо подождать. Я, кстати, первый раз, когда проходил, я стратегии, кстати, еще не играл в то время. И да, оно муторно так. А потом уж начал прикалываться в них. Все равно у меня, как сказать, напрягают эти ожидания. Если победить, так победить, а то ожидания. Приветствую тебя, юный принц. Нам нужно поговорить. У меня нет времени. Послушай меня, мальчик. Это королевство обречено. Тьма уже спустилась на землю, и ничто не в силах остановить ее. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уводи его вдоль моря на запад. Бежать? Мое место здесь, среди моих людей, и я буду защищать их. Значит, ты уже сделал свой выбор. Запомни. Чем яростнее ты будешь бороться с врагами, тем быстрее твои друзья окажутся во власти повелителя. Что-то у него одна нога, что ли? А, книга у него. Господи.
в руках. Так-то ничего, да, человек такой молот держит. Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Я просто хотела... Помолчи. Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав? Может быть, он действительно знает, что произойдет? Его слова не заставят меня покинуть родину Джайна. Меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Пошли. Куда мы идем-то? Я рад, что ты все-таки решился, Утар. Следи за языком, юноша. Хоть ты и принц, но ты еще и паладин. А в Ордене я пока еще старше тебя. Как будто я не помню. Послушай, Утар, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. Вот, блин, это на скорость надо. О нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в зомби. Что? Весь город должен быть уничтожен. Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Проклятие, Утар! Как будущий король... Я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я должен расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артес? Да. Лорд Утар, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших рыцарей. Ты не можешь просто... Это уже сделано. Те, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные убирайтесь с глаз! Ты пересек опасную черту, Артес. Вот сейчас начнется гонка у меня. Джайна. Прости, Артес. Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать. Да, господин. Чего? Приказывайте, будет исполнено. Свет дает мне силу. Экс. Где вход-то? Вот он. Это вот еще один вход. Прочность защиты увеличивает так прочности всех построек. Ну, это мне не обязательно, конечно, надо было. Да, ваше сиятельство! Где враг? Я готов. Нет. Конечно. Да. Угу. Так. Я готов. Опять работа? Мне нужна кузня. Ну, я пошел. Так. Я готов. Золото таскают. Да, господин. Хорошо. Готов. Я готов. Чего? Стоит только войти туда, там миссия начнется. Исследование завершено. Угу. Да. Я готов. Ну, я пошел. Опять работа. Хорошо. Давай. Готово. Чего? Ну, я пошел. Давайте, вырубайте лес. Готово. Вы-то мне нужны будете, блин. Мне надо будет еще. Готово. Лошадников. Чего? Нанимать. Готово.
Ну, я пошел. Не хватает золота. Не хватает золота. Надо 100. 80, 90, 100. 50 тысяч все-таки, господи, так-то много, по идее. Их еще надо истратить. Не хватает золота. 70, 80, 125. Повышенная защита ополченцев, пехотинцев, рыцарей, вертолетов и самоходных построек. Исследование завершено. Готово. Давай. Готово. Вот какое-то время прошло, или что, или что-то я должен был построить. Я Малганус. Вот это вообще читерство, я считаю, он потому что уже начал, а я еще даже не... Твои люди отныне принадлежат мне. Я еще даже не начинал. За домом я порабощу этот город. И огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Не нужно кланяться. Давай. Они получат по заслугам. Теперь я действительно казань. Это выиграет нам время, кстати. Во имя правосудия. Исследование завершено. За моего отца! За честь и отвагу! Не нужно кланяться. Я служу свету. Постройка завершена. Отличный план. Где враг? Давай. Не успел, блин. Свет дает мне силу. На. Конечно. Солардарон. Да? Так. Быстро дерево. Опять работа. Исследование завершено. Здесь нельзя строить. Я пошел. Опять работа. Поближе таскай. Как скажете. Так точно. Экс. Хватает зон. Ну и ладно. Где враг? Теперь я действительно зол. Давай, давай, давай. Готово. Да. Хорошо. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. За моего отца. За моего отца! Исследование завершено. Так. Где враг? В атаку! Да, ваш вроде. Будет исполнен. Исследование завершено. Они получат по заслугам. За моего отца! Давай, давай. Поздно просить пощады. Так, где опять у нас? Опять работа. Сделай ко мне еще одну казарму. Угу. Я служу свету. Теперь я действительно... Не. За моего отца! Они получат по заслугам. Давай. Наш город осаждают враги. Чего?
Хорошо. Исследование завершено. Не хватает золота. На нас постройка завершена. Во имя правосудия. Исследование завершено. Теперь я действительно зол. Жду приказаний. Как скажете. Так, ты будешь вот здесь стоять. Родоподъем! Готово. Я снова живу. Так. Я служу свету. За моего отца. Хреначьте его, хреначьте. Да, опять господин. Работа. Угу. Да, господин. Жду приказаний. Что прикажете? Где враг? Жалкий глупец. Исследование завершено. Он снова живет, только где он нахрен? Они получат по заслугам. За моего отца! Жалкий глупец. Исследование завершено. Чего? Хорошо. Так. Свет дает мне силу. Теперь я действительно зол. Давай, хренаще. Жалкий глупец. Отличный план. Поздно просить пощады. Разумеется. Готово. Конечно. Исследование завершено. За честь и отвагу. Блин, спит, да? Где враг? Я действительно зол. Разумеется. Свет дает мне силу. Конечно. Давай. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Хотя вот сюда давай пошли. За моего отца. Так. Да. Вот здесь вот еще одну пушечку построй. Не хватает золота. О, тихо. Наш город осаждают враги. Опять работа. Хорошо. Вот отсюда будешь. Да, ваш брови. Как на нас напали. Ура! А, кто-то делается, смотрите-ка, сейчас выйдут, а это... Бою готов. Чего? Хорошо. И нахрен и рабочего завалили. Да. Не хватает зла. Постройка завершена. Поздно просить пощады. Давай. Конечно. Свет дает мне силу. За моего отца! Поздно просить пощады. За моего отца!
за моего отца! Давайте, давайте. Исследование завершено. Что прикажете? Я служу свету. Постройка завершена. Поздно просить пощады. За моего отца! Я снова живу. Да, и где ты? Жалкий глупец. Чего? Хорошо. Ну? Не хватает золота. Золота не хватает. Свет дает мне силу. За моего отца! Теперь я действительно зол. Ну, он понизу идет. Падла. Поздно просить пощады. За моего отца! Жалкий глупец. На нас напали. За моего отца! Давай. Так, теперь мне надо быстрый отряд. Не хватает золота. Золота не хватает. Исследование завершено. Во имя правосудия. Теперь я действительно... Поздно просить пощады. Исследование завершено. Как скажете. В атаку! Есть! К оружию! Не нужно кладывать. Давай. Жалкий глупец. Давай, 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 давай. Они получат по заслугам. Жду приказаний. Дайте цель. Свет дает мне силу. Теперь я действительно... На нас не глупец. С двух сторон. Теперь я действительно зол. Да, сэр. На нас напали. Уже в пути. Хорошо. Уже в пути. Получай. Где враг? Они получат по заслугам. Да, ваш броди. На нас напали. Ура! Что прикажете? Во имя правосудия. Да. Теперь я действительно сюда. Дайте цель. Иду. Как скажете. К оружию. Я служу свету. За моего отца. Жалкий глупец. Поздно просить пощады. Сюда, сюда. За моего отца! Наш город осаждают враги. Бью без промаха. Да, ваш броди. Атаку! Ой-ой-ой-ой. Да, милорд. Опять работает. Как скажете. Будет исполнено. Не нужно кланяться. Так.
За честь и отвагу! Наш город осаждает враги. Просить пощады. Жалкий глупец. Поздно просить пощады. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Да, блин. Конечно. Шесть дружественных, да, могу сказать? За моего отца! Разумеется. За честь и отвагу! Во имя правосудия. Давай. Нахренащи их побыстрее, господи. Разумеется. Враг. Они получат по заслугам. Да, господин. Чини давай. Так. Опять работа? На нас напали. Угу. Я служу свету. Давай. Теперь я действительно зол. Конечно. За моего отца! Они получат по заслугам. Теперь я действительно зол. За моего отца! Ну, вроде успеваю собрать. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. За моего отца! Давай. За моего отца! Ваша светлость! Трепещите, враги! Во имя правосудия! Теперь я действительно зол! Они получат по заслугам! Жалкий глупец! Вот так. За моего отца! И там все нормально пока. Господи, они на меня там идут. Ладно. Мне осталось их 10 всего собрать-то. Они получат по заслугам. Ваша честь. На нас напали. Да будет так. Свет дает мне силу. Где ты? Где ты? Поздно просить пощады. А вот. Вот, на вот, нас вот. Напали. Ничего Что страшного. Смерть. Я снова живу. За короля. Вот тут осталось-то. Ваша честь. Трепещите, враги! За короля! На нас напали! Давай, давай, некроманта сначала хреначьте! Трепещите, враги! Хрен с этой пушкой! Сейчас мы покончим с этим, Малганус! Один на один! Один на один! Сердце. Выходи, козел! К несчастью для тебя, мой юный принц, все только начинается! Собирай свои войска и отправляйся за мной в царство вечных снегов, в Нортренд. Там Хорошо. Мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Будь ты проклят, Малганус! Так он и так проклят! Я отыщу тебя и на краю земли! Ты слышишь меня? На краю земли! Давайте, еще даже есть, да, время? Еще на одну. Давайте посмотрим. Ну тут да, на скорость. Где-то еще вроде, если не ошибаюсь, тоже на скорость должно будет быть. С
Сколько мертвых. Да. Не могу поверить, что все это дело рук Артаса. Ну, так бы было бы еще больше. Джайна Праудмур! Джайна! Лорд Утор? А, Джайна, я знал, что найду тебя здесь. Девочка моя, куда он отправился? Куда он увел наш флот? Он приходил ко мне перед отплытием. Я умоляла его остаться. Говорила, что это может оказаться ловушкой. Куда он ушел? В Нортранд. Он отправился в Нортранд, чтобы сразиться с Малганусом. Черт бы побрал этого мальчишку! Я должен рассказать обо всем королю. Рассказывай. Не вини себя, девочка. Ты не могла ничего изменить. Вроде и не винит. Это за что оправдываться? Тела преданы земле. Их души нашли упокоение. Но не стоит обманывать себя. На севере твоего юного принца ждет только смерть. Ты... Артас делает то, что считает единственно правильным. Быть может, это и похвально, но желание спасти мир приведет его к гибели. Теперь все зависит от тебя, молодая колдунья. Ты должна возглавить людей и вести их на запад, в древние земли Калимдора. Только там ты сможешь сразиться со злом и спасти этот мир от вечной тьмы. Давай. Так, за кого играю? За девушку? А, нет. Блин, только не эта, которая на скорость, где надо протащить там все. Неужто свет покинул эту землю? Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробивает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей... Очень хорошо. Наша основная задача — разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Так. Давайте посмотрим задание. Так. Найдите золотой рудник, Артас не должен погибнуть. Во имя правосудия. Где враг? Так. Блин. Во имя правосудия. Ладно. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. Конечно. Отличный план. Свет дает мне силу. Вперед, вперед. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! За моего отца! Давай. Я служу свету. Ага, не, вон какие хитрые, не нападают, да, когда у меня магия там? Во имя правосудия. Давай сначала. За моего отца! Тот, кто побольше. Или что, или вы нападаете и убегаете? Почему вы убежали? Отличный план. Я служу свету. Разумеется. Свет дает мне силу. Давай. Поздно просить пощады. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Ох, рассвирепел. Свиток зверя. За честь и отвагу. Не нужно кланяться. Пока не надо. За моего отца. Они получат по заслугам. Неплохо собираю. Я служу свету.
конечно. Я, конечно, действительно отличный говорю, я не план. Задрот какой-то там, чтоб хренакаться на прополую. За честь и отвагу! За моего отца! Ледяные тролли. Я так и знал, что мы встретим их в этой снежной пустыне. Где враг? Во имя... Давай вот этого, который это... Конечно. ХП поднимает. За моего отца! Ну, теперь валим. Да ёб твою мать-то. Там разумеется. Еще один такой же. Поздно просить пощады. Свет дает мне силу. Где враг? За моего отца! Разнесем дома. Надо, по идее, сюда было сходить еще. Ладно, в круговую сейчас жалкий пойдем. Глупец. Ой, зелье маны. Конечно. Я служу свету. Разумеется. Теперь я действительно зол. Давай, хреначе. Команд ледяных троллей. Он правильно выбрал цель-то, смотрите, с первого раза угадал. Потом уже берсерка-то хреначе. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Сейчас посмотрим, куда идти нам надо. Так. Во имя идем. Правосудия. Для начала отличный сюда. План. Конечно. За честь и отвагу! Поздно просить пощады. А, ну смотрите, как только включаю. За моего отца! Поздно просить пощады. Отличный план. Да. Свет дает мне силу. Ой-ой-ой-ой. Разумеется. Не нужно кланяться. Блин, еще паучата. Конечно. Разумеется. Отличный план. Где враг? Я служу свету. Сфера, да? Разумеется. Не нужно кланяться. За моего отца! Отличный конечно, план. Сфера льда. За честь и отвагу! Так. Отличный план. Только конечно. Сначала подождите. Не-не-не-не-не. Это сфера льда, бери сразу. Так, и так. Конечно. Вот теперь идем сюда, и там это как раз сейчас выпью. Вот оно, зелье маны. Разумеется. Отличный план. Конечно. Ну и все. Перезаписываем. Разумеется. Конечно. А, золотой рудник. Здесь мы и разобьем наш лагерь. Враг атакует! В укрытие! Во имя света! Так вы не ожившие мертвецы? Вы все живые? Конечно. Мурадин? Мурадин Золотобородый? Уж не ты ли это? Проклятье, парень! Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасти нас. Спасти? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. Все равно, мой мальчик, мне понадобится твоя помощь. Мы разделились, когда отряд угодил в засаду. Один я не справлюсь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед! Так. Жду твоего приказа. Так и будет. Во имя правосудия. Да, сэр.
Так, это вы будете... Так точно. Отряд номер 3. Не нужно чем кланяться. Мы заняться? Да, сэр. Так. Сообщите задание. Ой-ой-ой. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Жду твоего приказа. Что прикажете? Вы пока здесь. Так, новости? Этот, я уж не помню, чем. 7 болт бурь. Понятно. Я готов. Нас да, напали. Хорошо. Да. Угу. Ой-ой-ой. Твоего приказа. Какие новости? Да, сэр. Я служу свету. За честь и отвагу. Где враг? Конечно. Охренеть. Потрепало вас. Я служу так, свету. Будет отряд, понятно. За честь и отвагу! Приступим! Куда стрелять? Уже в пути! Где враг? Так. Разумеется. Во имя правосудия. Я служу свету. Конечно. За честь и отвагу! Не нужно кланяться. Отличный план. Жду твоего где приказа. Враг? О, по идее, так-то смотри. Свет какие дает новости? Мне силу. Где враг? Жду твоего приказа. Не нужно. Чем заняться? На. Обычно люди соображают быстрее. Во имя правосудия. Смотрим, что с него выпадет. Разумеется. Где враг? Свет дает мне силу. Время много. На. Какие во имя правосудия. За честь и отвагу. Опа. Чем бы заняться? Нормально так. Я служу свету. Конечно. Давай-ка отличный сюда план. Пока. Так, все починили? Да, господин. Хорошо. Опять так, что работает? Касается тебя. Ну, я пошел. Нужны дома. Свет дает мне силу. Жду твоего приказа. Не нужно какие кланяться. Новости? На во имя правосудия. Обычно люди соображают быстрее. Наш город осаждают враги. Кто? Ой-ой-ой-ой. Опасно, нет? Не нужно кланяться. Я готов. Свет дает мне силу. Жду твоего приказа. Я служу свету. Готов. Поздно просить пощады. Я готов. Наш город осаждают враги. Пойдем. Разумеется. Блин. Да, на минуту нельзя оставить. Хорошо. Да. Хорошо. Да, господин. Угу. Хренака. Где враг? Отличный план. Обычно люди кланяться. Соображают быстрее. Такс. Надо еще. Надо нам еще рабочих и стрелков надо. Готово.
Да. Я готов. Так. Во-первых, лесопилка. Во-вторых, как мы уже убедились, хорошо, нужна пушка. Я готов. Чего? Нужна кузница. Исследование завершено. Ну, я пошел. Давай. Да, господин. Я готов. Хорошо. Продолжаю дома ляпать. Да. Хорошо. Опять работа? Я готов. Готово. Нам нужны пушки. Да. Ну, я думаю, вот так вот три хватит с этой стороны. А с этой стороны мы пока держать будем. Господин. Не хватает дерева. Ну, я пошел. Дерева не хватает. Все, сейчас все свободные, которые освободятся. Горохово. Чего? Угу. Кто там еще освободился? Готово. Готово. Да, господин. Ну, ты отсюда вот хапай. Походите, блин. Да. Здесь нельзя строить. Готово. Ну так, а где лесопилка-то? А где ближе, туда и носим. Не хватает дерева. Ну, только одна и пошла. Да, господин. Ну, все, неси. Кто еще стоит? Хорошо. Все, вперед. Опять работа. Ну, я пошел. Да. Нет, ты строй. Хорошо. У тебя пока есть работа. На нас напали. Какие новости? Я служу свету. За честь и отвагу. Не нужно кланяться. Разумеется. За честь и отвагу. Во имя правосудия. Разумеется. Пойдем. Постройка завершена. Отличный план. Готово. Сюда пойдем, да? Где враг? Какие новости? Во имя правосудия. Разумеется. Давай хоть посмотрим, что здесь. Теперь я действительно зол. За честь и отвагу! Чем могу помочь? Пошел. Да будет так. Это они! Они все еще сражаются! Вперед! Гномам нужна помощь! Давай. Теперь я действительно зол! Обычно люди соображают свет быстрее. Дает мне силу. Конечно. Они получат. Хренака его. Пока развиться не успели. Что прикажете? Жду твоего приказа. Да. Разумеется. Вот и. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Где враг? Свет дает мне силу. Спокойно, спокойно. Во имя правосудия. Давай, давай, давай. Сбивай там все. Опять работа? Конечно. Хорошо. Что, у тебя работа есть? Что ты недовольный-то такой? Какие новости? Не нужно кланяться.
Разумеется. Жалкий глупец. Отличный план. За моего отца! Не. Давай сначала пушку снесем, чтоб она нас сильно-то так не корежила. Готово. Жду твоего приказа. Вот теперь все. Так, с деревьями что у нас? Нормально так. Чего? Так. Это мы построили, это мы построили. На нас напали. Чем бы занять? Свет дает мне сил. Давай, давай. Вот так примерно все это будет выглядеть. Да. Ну, я пошел. Так. Постройка завершена. Какие я новости, служу Йога? Свету. Конечно. Наш город осаждают враги. Да, ваш броди. Ротоподъем! Да, господин. Так. Хорошо. Жду приказаний. Исследование завершено. Свет готово. Дает мне силу. Исследование вот так. Завершено, разумеется. Что прикажете? Хорошо. Это будет у нас отряд 4. Хотя подожди, во вот. Во имя правосудия. Жду приказаний. Отряд 3. Конечно. Наш полностью. Город осаждают враги. Прикажете открыть огонь? Вот это будет. Желаю. Отряд 4. Мы уже идем. Так. Это у нас есть. Прикажете открыть огонь? Ну что ж, приказывайте. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Укажите цель! Постройка завершена. Исследование завершено. Свет дает мне силу. Отличный план. Здравия желаю! К бою готов? Чего? Все пока идет по плану. Так. Опять работа? Место освободилось. Ну, я пошел. А где у нас последний-то? Да. К бою готов? Да нет. Исследование завершено. Все, деревья давай таскай. Чего? Хорошо. Том-то дело. Что твоего приказа? Во имя правосудия. Исследование завершено. Какие новости? Так исследование завершено. Вот он враг. Свет обычно дает мне силу. Обычно люди соображают быстрее. Конечно. Похоже, Малгана спрячется где-то здесь. Сравняйте этот лагерь с землей. Где враг? Прикажете открыть огонь? Не нужно кланяться. Теперь я действительно жду твоего приказа. Здравия желаю. Давай. Где враг? Обычно люди соображают быстрее. Не нужно кланяться. Жду твоего приказа. За моего отца. Давай. Ну что, приказывайте. Лови ядро. Где враг? Да. За честь и отвагу. Вот так тебе. Чем ты заняться? Свет дает мне силу. Конечно. Блин. Эй, ты, лови. Давай. Во имя правосудия. Тихо, тихо, тихо. Бомбардиров хреначат.
Покажите цель. Ждут твоего приказа. Разумеется. На. Они получат по заслугам. Прикажете открыть огонь? Давай, давай. Приказываю. На нас не нужно кланяться. Время молодо. Давай. Свет дает мне силу. Дави, желаю. Какие я новости? Служу свету. Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Обычно люди соображают быстрее. Вот так. Я служу свету. Прикажете открыть огонь? Кого там подцапало-то? Свет дает мне силу. На. Хороший. Я служу свету. Иду своего приказа. Ну так. А даже больше скажу. На. Ждут моего приказа. Свет дает мне силу. Разбейте это здание. Не нужно. Укажите цель. Во имя права. Прикажете открыть огонь? Да, приказываю. Какие новости? Не нужно кланяться. Теперь я действительно зол. Конечно. Господи, еще и закрыть надо было. Это, кстати, закрыты. Я служу свету. Укажите цель. Где враг? Золотник-то оставьте в покое пока. Надо уничтожить все вот это. Опять работа. Экс. Что у нас дальше? Алтарь королей. О, у меня даже алтаря королей нету, представляете? Да, господин. Охренеть, вот я игруля-то. Опять работа. Чего? Иди золото таскай. Что твоего не приказа? Кланяться. За моего отца. Желаю. На нас напали. Так. Свет укажите дает цель. Мне силу. Основное задание выполнено. Найдите золотой рудник, Артас не должен погибнуть. Ну ладно. Случайно перевыполнил, что ли? Условия, да? Слушай, Мурадин, а что ты вообще здесь делаешь? Знаешь, парень, где-то здесь среди снега и льдов скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Фростморн. Мы пришли сюда, чтобы найти этот клинок. Но чем ближе мы подходили к вратам, тем больше врагов вставало у нас на пути. Принц Артас, мы не нашли следов Малгануса. Неважно. Он не может прятаться вечно. Капитан, я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь. Слушаюсь, милорд. Посреди хрен знает чего нахрен. Льдов. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока.